новые идеи. А то время танцевать испанские танцы. Или еще не время? Еще не время, у нас еще питы. Новые блюда. Нарезаем сыр. Это как рыбные облака, которые можно съесть на обед. Новые полезные советы. Как оставаться в хорошей форме, непрерывно питаясь вкусняшками, которые готовят шеф-повар. Но только ведущие все те же. И если получится у нас, поверьте, точно получится и у вас. Смотрите по выходным 50 рецептов первого на нашем канале.